Камера наблюдения в магазине по улице Делегатской фиксирует преступление. Злоумышленник с ножом обчищает денежный ящик кассы и угрожает продавщице, которая все это время пытается вызвать полицию. Налетчик с добычей в 7000 рублей выбежал, продавщица с криками о помощи за ним. На ситуацию отреагировал 10-классник Захар, который в это время прогуливался с друзьями неподалеку. Так как я знал, что проход в магазине сложной, я побежал за угол магазина, чтобы поймать преступника. Я сделал ему подсечку, преступник упал. Нет, я не испугался, потому что понимал, что сейчас я оставил гражданскую свою позицию, что людям надо помочь, так как я воспитывался в такой семье, на таких моральных ценностях. Подросток обезоружил налетчика и болевым приемом удерживал его до приезда полиции. Предки по мужской линии у парня все военнослужащие с боевым опытом. Брат служит в Росгвардии. Захар говорит, что они и дают ему правильные жизненные ориентиры. В актовом зале главного полицейского управления Перми папе школьника вручили благодарственное письмо за правильное воспитание, а самого юношу наградили и поблагодарили за задержание злоумышленника.